Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 Рус. Значит, сегодня сделал я новую текстурку асфальта для спинки. Версия у нас 03.03.16, стимовская. Ну, давайте сразу пройдем. Так, сейчас я настройки тут лупану. Так. Пройдем, ребята, сюда на рабочий стол, значит. Будет ссылочка вот такая, шары мод, все это будет, естественно, выложено на STMods, ребята. Значит, скачивайте, я уже скачал все это дело. Значит, вот оно у меня, такой архивчик получается. Извлечь текущую папку для всех пил. Так, значит, сейчас ищем, где оно тут. Что-то не могу врубиться. Ты где есть? Зараза. Может, не выбито. Нету. То ли я туплю. Я спинтай. Что-то даже не врубился. Куда я ее распаковал? То ли уже глаза долбятся, не пойму. Давайте еще раз. Извлечь. А, вот она будет. Значит, вот у нас такой файлик фотошоповский. Вот игра у меня, ребята. Стимовская. Ну, на эту ерунду не обращайте внимания. Так. И, кстати, в разделе ссылки будет программка для генерации модов, да, загрузки карт на русском языке. Видите? То есть, все это, ребята, присутствует. Также включить, выключить. Перетащить там обратно, вернуть, отключить моды в игре, которые, значит, это все понятно. То есть ссылочка будет в группе, в разделе ссылки, ребята. Вот, заходите сюда, раздел ссылок, и тут смотрите, тут и канал, и партнерка, кому интересно, для подключения группы мои другие, значит, пиратки, которые играют по стиму, новая старая версия, редактор грузовиков и карт, видео, как настраивать, там, в принципе, найдете, не только у меня на канале, там присутствует, скажем так, на ютубе. Вот она, программка, она есть на английском языке, вот я выложил на русском языке, да, ну и синхронизация света, всякая ерунда тут, программки для записи видео с экрана, кто будет создавать свой канал, писать видосы. Так, это 3D Max на русском языке, видео тоже у меня присутствует на канале. Photoshop, кому надо поковыряться, тут коробка, полигоны, сайт сейчас не работает, это кому интересно, зайдете, там ссылочка по укорачиванию ссылок, на ней можно будет зарабатывать, зарегистрироваться, то есть пройти по ссылке, зарегистрироваться. Но эти ссылки на канале работают, а в YouTube вот не работают. Короче, все понятно. В разделе ссылки. В группе будет. Так. Вот она игра. Архив. Открываем текстурис. Блин, Клинтон. Вот он. Текстурис вот этот мы открыли. Берем вот этот скачанный файл. Кидаем сюда. Установить. Добавить для замены файла. Окей. Пью. Все. Добавлено. Закрываем. Это нас больше не беспокоит. Так. Я ж в игре. Делаем выход. Алло. Что-то тут у меня глюкануло. Спинка, наверное, глюканула. Что-то тарахтит. Так. Полная очистка кэша. Запускаем спинку. Это у меня от рычага коробки передач выскакивает, ребята, не бойтесь, нажимайте ОК, играет все в мультиплеере, без всякого тупизма. Заходим, русский, версия у нас вот это идет. Упс, давайте свернемся еще, заодно запустим вот на русском языке сразу генератор этот. Закинем туда гелик, раз, все, видите, работающий, сейчас моды. То есть все на русском, все понятно. Заходим в игру.
Так, и давайте запустим игру. Давайте даже сетевую. Только для друзей. Прилипнет кто-нибудь обязательно. Или начнет писать, как обычно. Ставим побережье. Ставим гелик. Вот он. Видите, появился. Ставим один. Ставим второй. И начинаем игру сетевую. Запускаем. С модами. Также, ребята, и карты закидывайте. Все, игра запустилась. В стиме. Сервер я, как положено. Тут наш гелик. Ставим мигосы на него. Ставим туманки. Такой кенгуретник. Ставим хром. Ставим брабус колеса. Так, еще тут нам надо запаску. Мало ли сломаемся. И да, помчимся сейчас. Смотрите, ребята, на асфальт. Гелик вообще зверюга. Блин, не убрал эти. Сорян. Сейчас, секунду. Настроечки. Это для скриншотов, чтобы не было вот этих всяких картиночек. Локации того и всего остального. Все, полетели. Ой, блин, где дорога-то? Что-то я заплутал уже. Сразу. Давай, ломай там все. Ну все, полетели, скажем так, ух ты. Некого нам тут шугать мигалками. Только медведей да лесников. Браконьеров. Так. Сейчас мы доберемся, ребята, до асфальта. Посмотрите на текстурку. Текстурку можете скачать. Выложу ее на STMods. Все будет там. Также... В группе будет репостик, там посмотрите, будет ссылочка на видео, ссылочка на скачивание мода. Все, ныряем в воду, ныряем, поплыли. Поплыли, переплыли. Давайте в грязи нам что-то тут не залипать сильно. И все, вот мы выезжаем, ребята, на этот асфальт. Вот он такого варианта. Сейчас мы дорожку тут подальше где-нибудь найдем. Как-то так, давайте скрин бабахнем. Сейчас мы тут бахнем вот такой. И проедем дальше еще. Посмотрим. То есть вот, ребята, такая вот у меня получилась асфальтовая дорожка. Как нам тут раскорячиться так помоднее-то. Даже можно вот так поближе сделать его. Вот. Как-то так. Или еще ближе. Давайте такой щелкнем скрин. Какой-нибудь. А, ну надо, чтобы будет его выложить где-то в этом, наверное, в разделе товаров. Там бесплатно будет, цена будет 0,01 рубль. Не переживайте, заходите по ссылке. Товар ведь, который 0,01 рубль, это одну копейку, да, стоит. Это все, ребят, бесплатно. Заходите, скачивайте. Также платные моды там будут от Сереги Пасечника. То есть тоже можно заходить, уже проходить по ссылочке на Серегу, обращайтесь туда. Так, и, ребята, обязательно будет розыгрыш. Вот такой скрин.
будет розыгрыш игры Спинтайрос, как у меня на канале наберется 1000 человек подписчиков. Ребята, будет разыграна игра Спинтайрос, лицензия стимовская. Так что мониторьте, ставьте лайки, делитесь видео с канала. Все будет отлично, все будет обалденно. Вот. Кому-то из вас повезет. Так, туда дальше проехать, где дорожка попрямее. Блин, опять этот мост, терпеть его ненавижу. Сейчас опять свалюсь. Нет, проехал уже. То есть асфальтик вот лично мне нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, стопэ. Ушел на повороте. Хорошо, кувета нет. Как и обычно. Вот такой вариант можно тут шлепнуть. То есть на своей полосе можно, ребята, ехать тут. Чпок. Вот так вот. Чик. Еще, ребята, выложу асфальт другого качества, где дороги это не двойная такая, а одинарная. Найду там где прокатиться. Заснять. То есть вот еще такой скрин надо шлепнуть. То есть вот, ребята, такой вариант асфальтика, я не знаю, мне нравится. Долго с ним колупался, тут колупался, все-таки вроде выровнял его, пооткрасил, все вроде ничего. Так что вот, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки, смотрите, что там новое будет. Будет еще вариант другой асфальта, то есть будет полностью заменены асфальт и вот этот двойной, одинарный, и будет заменен бетон еще, бетоновое покрытие. То есть все у меня это сделано, все будет выложено в группе и на STMods. Так что всем, ребята, удачки, пока. Подписывайтесь на канал, подписывайте друзей, делитесь видео. Скоро будет розыгрыш, как только наберется 1000 подписчиков. И кому-то улыбнется удача, будет гонять на лицухе стимовской. Всем пока, с вами был Драйвер 51 Рус. Удачи!